Готовлю простой десерт из нескольких ингредиентов за считанные минуты. Печенье поломать на кусочки, измельчить до мелкой крошки. Миндаль либо другие орешки измельчить до желаемой крошки, добавить к печенью, перемешать. К измельченным ингредиентам несколько приемов добавить сгущенное молоко. Сразу стоит не добавлять всю сгущенку, чтобы не переборщить. После каждого добавления сгущенки хорошо перемешать ложкой. Сгущенка у меня довольно густая, даже трудновато было мешать ложкой. Получается липкая плотная масса, которая легко поддается формовке. Сформировать желаемые заготовки конусообразной формы, украсить кондитерской посыпкой. Можно сразу подавать к столу, можно отправить в холодильник на час.